В шестой раз в Заречном пройдет региональный фестиваль пианистов имени заслуженного работника культуры Светланы Чернышовой. Участие в нем примут более 200 юных дарований из Заречного, Пензы и области. Мы проводим фестиваль как бы в два дня. Первый день мы приглашаем всех жителей города на концерт у выпускницы класса Светланы Андреевны Чернышовой Ани Винничек. Это для нас она Анечка, а на самом деле это член жюри, преподаватель Нижегородского колледжа искусств и ее коллеги. А 25 числа с 9 утра и до 18 часов вечера будут проходить конкурсные прослушивания юных пианистов. Десятилетняя Валерия Контеева – одна из участниц регионального фестиваля юных пианистов. Девочка занимается музыкой с 6 лет. Я буду играть Баха трехголосные инвенции и Чайковский песни Косаря и еще Глер эскиз. Я, например, вот играю из произведения сложные такие двухголосные инвенции. Вот, ну, довольно-таки такая программа. Конкурсное прослушивание юных пианистов начнется 25 февраля в 9 часов утра с номинацией «Соло». Выступление участников будет проходить в течение дня. Завершится фестиваль награждением победителей. Наталья Елистратова, Сергей Путинцев, телерадиокомпания «Заречный».